Постановлением администрации города утвержден перечень жилых домов Рязани, жители которых имеют право на бесплатную стоянку на платных парковках, при условии, что их дома расположены в пределах платных парковочных зон. Обязательным условием для реализации этого права – наличие у гражданина оформленного в установленном порядке парковочного свидетельства. В рамках реализации первого этапа на 20 участках дорог Рязани уже ведутся работы. В настоящее время наносится дорожная разметка, устанавливаются паркоматы, дорожные знаки и информационные щиты. Сделано это для удобства жителей домов рядом с этими парковками, потому что возмущению их нет предела. Все везде запрещено, везде платно, весь город платный. Куда дальше стать? Вот приборный завод, куда дальше стать? Тоже везде платные все парковки, хотя там тоже карманы есть. И везде все платно. Почему? Теперь жители домов на улице Свободы, Полонского, Маргелова, Веденской, Николодворянской, Краснорядской, Вознесенской, Павлова, Кудрявцева, Семинарской, Некрасова и Почтовой смогут парковаться бесплатно. Для жителей дома номер 3 на улице Сенная платная парковка тоже стала бесплатной. Интересно, станет ли теперь здесь посвободнее? Правда, распространяется эта возможность не на все дома на этих улицах. Некоторым жителям все-таки придется хитрить и искать себе другие стояночные места. С заявлением на получение документа на парковку следует обращаться в территориальный отдел многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Для оформления свидетельства необходимо предоставить оригинал и копию паспорта, документа, подтверждающего право гражданина на жилое помещение, свидетельство о регистрации транспортного средства и СНИЛС. Получив необходимое свидетельство, за штрафы по парковке возле дома теперь можно не переживать.